мейсонские произведения искусства, мейсонский фарфор. Часы такие. Просто чудо. Таких нету музеев в Мейсоне. Нету, нету. Красотища. Тут написано, что это. XVIII век, XIX век. Вещи принадлежали немцам, которые жили тут в Хайфе. Это да. Он тоже майсонский. Собачки. Котик. Но этого козлика я узнаю. Такие сейчас делают. XIX век.